Аминь переносится, то есть согласен. Поэтому прочитал беседу, если согласны все, то отвечаем аминь. Аминь. Все аминь. Вот. А если промолчали, то выходит, что не согласны. Страхом Божиим и верою приступите. Благословен крепкого имя Господне, Бог Господь явися нам. Причастники, молимся. Верую Господи, исповедую, как ты си, воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть маст. Еще верую, как сей самое пречистое тело, самая честная кровь твоя. Молимся, помилуй меня, прости меня, вся прегрешение моя, воля и неволя, словом же делом же, ведение и неведение. Исподоби меня осужденно причаститься при чистых твоих таинств, в оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере твоя тайны дни, Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам яко Иуда, но ко разбойник исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне, причащение пречистых твоей тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Пречистого тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается. Не креститься, не кланяться. Стойте прямо и хорошо, а то кланяйтесь прямо чуть-чуть, не по чашку. Thank you.
сердце тело Господа Бога и спасающего. Татьяна. Всякое дань благо и всяк дар совершен свыше, исходя и Тебе, Отца Света, и Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господа на всякое время, вину хвала Его во всех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит рот сей воз.
веселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесите меня в купе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь услышает, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень от крест боящихся его, и избавит их. Вкусите и видите, о благ Господь, блажен муж и же уповает на. Бойтесь Господа все святы его, яко не слишения боящихся его, богатя обнищаша и залкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя живот, любит, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои же не глаготевси. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные я, и уши его молитвы. Лица же Господни на творящие злая, еже потребите от земли памяти. Воз ваше праведнее Господь услышает, и от всех скорбей их избавит. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Ранит Господь вся кости, ни единый от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него.